заключается в том, чтобы граждане все собрались, кто действительно любит нашу страну. Здесь сегодня все те люди, которые поддерживают культуру нашей страны. Все одеты в маечки, как «Люблю Молдову». И я думаю, что те люди, которые действительно одели эти майки, они считаются теми людьми, которые любят нашу страну. Они громко об этом говорят, представляют. И не только словами, и одев майки, но и поступками своими. А мы сегодня с ребятами исполняем наши песенки, веселую песенку. Добрые, веселые песни. Да, песня одна называется «Сунтем Молдовенне», «Юбеск Молдова». В этой песне очень много слов о любви к родине, о том, как надо любить, восхвалять свою страну и ценить. Идея концерта сегодня, то есть нет какого-то серьезного повода или праздника, просто сделать мероприятие, на которое позвать народ, который любит нашу страну, то есть донести до них песни наши патриотические. Мы сегодня будем исполнять наши песни, то есть саму композицию «Юбеск Молдова». Будем исполнять две композиции наши новые, которые мы написали буквально недавно, там летняя и разная тематика. Вот. А само мероприятие – это просто праздник для людей, чтобы отдыхали, чтобы слушали и чтобы из песен извлекали что-то. Я думаю, что клево, когда мы любим свою страну, ее поддерживаем. У нас песня про Кишинев есть, «Вечерний Кишинев» называется. Почему не поддержать хорошее дело? Данный вечер я пришла выступить в рамках проекта «Юбеск Молдова». И я считаю, что каждый житель не то чтобы должен, он обязан быть патриотом, а он должен уважать, ценить свои традиции и любить свою страну. Данный проект предрасполагает именно к этому, поэтому, когда мне предложили поучаствовать в данном концерте, я согласилась с большим удовольствием. И сегодня вечером исполню композиции исключительно именно фольклорные, которые связаны с Республикой Молдова. И первая композиция непосредственно будет называться «Молдова». Это фольклор в современной обработке. Поэтому для меня это именно социальный патриотический проект, который я как бы рассмотрела и, в принципе, одобрила. Yeah.